Всем привет, с вами Арсений и небольшой видеообзор товаров, представленных в нашем интернет-магазине. Точнее, цель была данного видео показать, как работает вот это приспособление, но о нем немножко попозже. Параллельно представляем грузило от компании Такара, Метадробь, Овал. Вот, вот в таких удобных квадратных коробочках. Чем они удобны? То, что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 типа размеров. Вес от 0,2 грамма до 1,5 грамм. Вот. Поворотная часть у нас ходит достаточно легко, но в каждом отдельном сегменте она фиксируется в отверстие. Вот. То есть и самопроизвольно она уже не повернется. Также в закрытом состоянии она никуда не сместится. Ну вот, это раз. Инструмент предназначен для снятия обжима и ослабления грузила. Вот. Что он из себя представляет и как он выглядит, сейчас посмотрим. Вот такая вот, штуковина. В сложном состоянии фиксируется при помощи фиксатора, который легко переводит прибор в рабочее состояние. С одной стороны у нас идет приспособление, одно его назначение, пинцет. Допустим, нужно нам достать грузило. С моими пальцами я, допустим, даже в эту коробочку никак не помещусь. Ну, может быть, это не грузило, может быть, это будет крючок или еще что-то. А при помощи этого инструмента я спокойно достану грузило того размера, который нам нужен. Также можно это будет сделать с крючком и тому подобное. Второе назначение данного пинцета посмотрим попозже. Это будет для ослабления грузила. Вот. И третье назначение — это для снятия грузила. Посмотрим, что, как, для чего более подробно. Ну, те, кто пользуется грузилами, в основном используют леску, потому что, наверное, потому что сам использую такой прибор, такой инструмент, потому что у самого пальцы большие, очень неудобно все это делать туда-сюда. Параллельно мы посмотрим, как режут. А давайте начнем вначале тогда, потому что грузило будем на леску насаживать и попробуем, у нас тут есть плетенка, посмотрим, как какие ножницы режут этот замысловатый шнур. Толщина его 0,16. Вот, производитель, я думаю, совершенно не важно, не для рекламы. Вот. Пробуем простые ножницы для рыбалки, металлические. Элементарно. Элементарно, самое простое, режет на ура. Ножницы, тест, сдали. Дальше идут ножницы простые, пластиковые. Вот. Пробуем, тоже режут. И в натяжку, само собой, также режут. Дальше возьмем ножницы Rosie Down выдвижные. В натяжку режут хорошо. Ну, без натяжки тоже режут, можно сказать, откусывают просто этот шнур. Может быть, не всегда удачно, но все-таки они это делают. Дальше посмотрим вторые ножницы Rosie Down. Складные. Вот. Не натянутую. Режут. Периодически. Соответственно, натянутую грызут как канат, достаточно легко. Ну и последние ножницы, у нас остались ножницы в чехле. Вот. Также не натянутую, с неохотой, но все-таки режут. Вот. Ну, я так думаю, желательно все-таки резать немножко в натяжку, тогда зажимы загибаться не будут. С этой задачей в натянутом состоянии справляются легко. Так, плетенку убираем,
больше она мне не понадобится. Это был просто вариант такой теста. Можно всех, самому было интересно, потому что, честно сказать, не ожидал такого результата. Вот почему? Потому что сам пользуюсь такими ножницами. Вот. Ну, плетенка не так часто приходится мне рыбачить, так как все-таки в основном рыбу ловлю карась и тому подобное в наших водоемах. Давайте теперь посмотрим, как эти ножницы все справляются у нас с леской. Не знаю, будет это видно на видео, но буду передавать вам свои впечатления и говорить. Вот берем ножницы обычные, металлические. Режут, скажу, замечательно. Даже если я на расстоянии 10 сантиметров от края, режут шикарно. Как будто профессиональный парикмахер стрижет волосы. Ножницы с пластиковой ручкой. А, да, забыл сказать, что леска у нас где-то 0,2. То, что попалось под рукой просто. Вот, теперь ножницы с пластиковой ручкой. Звук, видите, такой, более серьезный. Вот, ну, кромсает также на ура. Следом у нас кромсать будут Rosy Down. Ай. Справляются со своей задачей, в принципе. К ним еще тоже просто надо немножко привыкнуть, если прижимать посильнее. Следом идут Rosy Down выдвижные. Грызут на ура. В любом направлении. И завершают марафон ножницы в чехле. Ну, тут, скажем так, им только подавай. Итак, начали мы вот с этого прибора. С этого инструмента. Сейчас посмотрим, для чего он и как все-таки на самом деле предназначен. Берем леску, возьмем грузило. Ну, допустим, вот у нас тут есть грузило там 0,6, по-моему. Берем грузило 0,6. С моими пальцами не хотелось бы портить еще и зубы. Потому что есть люди, которые по сей день пользуются своими зубами вместо пассатиш. Вот. Я пришел к выводу, что мне мои зубы дороже. Вот поэтому я делаю следующее. Этим пинцетом беру, сажаю туда грузило чуть-чуть поглубже. Называется не пальцы, а руки-крюки. Попасть даже не могу. Взял я грузило, вставил леску и просто зажал. Грузило повисло. Естественно, я потом его спокойно уже зафиксированное просто дожимаю. И грузило у нас уже никуда не убегает. А теперь очень интересный, неприятный фокус. Первое. Сейчас нам надо, допустим, вот. Ну, зафиксирую сейчас максимально жестко, чтобы было понятно, о чем речь. Иногда нужно просто грузило передвинуть туда или сюда. Ну, первый вариант, при помощи этого приспособления можно его туда-сюда передвинуть, понятно. А можно зафиксировать, тут есть выемки. Здесь есть выемки, куда вставляется леска. И мы просто сжимаем грузило, и оно ослабляется. И получается, что оно потом уже легко можно передвинуть в удобное место. И после чего обратно зажать. Все, грузило сидит у нас крепко. Дальше. Для чего все-таки нужно вот этот? Для чего нужен все-таки вот этот зуб? Рассказываем и показываем. С этой стороны у нас также есть две выемки, куда мы вставляем наше грузило с нашей леской. Вставляем и притягиваем к нижнему краю максимально. После чего этим зубом как бы раскалываем грузило. И оно просто освобождает у нас леску. Грузило. Леска цела, грузило сброшено. Попробуем сделать то же самое с грузилом типа вал.
не знаю, возьмем, допустим, сколько там, на 0,9 грамм. Извините, пальцы кривые. Доступ может быть не с того места. Но при помощи этого приспособления я делаю их несколько ровнее. Можно пользоваться дополнительно, конечно, кусачками различного рода и т.д. и т.п. Мне почему-то вот понравилась эта приспособа. Итак, видим, что при помощи данного приспособления можно снять грузило, зажать его, ослабить, передвинуть. Да сделать все, что угодно. Итак, опробовали мы несколько инструментов для того, чтобы снять, обжать, обрезать и так далее. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте отзывы. Меня зовут Арсений, магазин Tucamp. Рекомендуем.